посижу. Как вас это вызвало? Ну, у тебя здесь есть этот Wi-Fi? Не знаю, если я забыл. Надо там найти. Потому что, смотри, ты имеешь в виду, там ловит? Кто с тобой может ловить? Вот у тебя. Да. Тебя ловит там? Там мало. Надо там где-то там, ну, с той стороны. Вот смотри, я бы хотел организовать онлайн-трансляцию. Я взял бы, да. Мне нужен как бы... Ты понял, что... Я не знаю просто сколько тянет, что просто. Я хочу купить ротор. Но опять я не хочу, он получается как? Нужно купить, и потом нужно каждый раз купить там или сколько? 150, 200, каждый. Мне это не надо. Я хочу купить полностью. Судья, чуть в сторону. 2 балла. И хочу как бы. Как оно? Если будет, каждый день там организация или там онлайн трансляция, то там может купить подороже, там дальше. Если так там. Я подешевле купить роутер. Если будет не пользоваться. А? Если будет часто пользоваться ее. Да. То тогда можно купить. Так что я же снимаю. На раз я вижу. Снимаю сам бы до там, но. Ну в том-то и дело, 2-3 соревнования. Да, о! Можно. Послушай, позвони, пожалуйста, есть телефон? А? Да. 069-33-40-17. Да. Позвони и выключи, скажи. Да. 57, как тебя зовут? Олег. В общем, 357. Все, Олежка, туда 357. Я тебе еще сегодня перезвоню, просто чтобы точно, да. И запишу. Если что, буду тебя спрашивать, куда какие-то соревнования, еще что-то. Где зовут? Да. Тренер по дзюдо, это Лукунка Сергея Анатольевича. Как хочешь. Дзюдо. Нет, еще имя. Все против. Как тебе будет удобно? А Ваня, Борис, давай. А хай, Ванюша. Ближе к нему. Переводи в партер, Ваня. А Ваня, бороться, Ваня.
Врач.